Однозначно быть, потому что потенциал у нас у города хороший. Здесь самое главное, вот сейчас на самом деле, на данном этапе, самое главное это финансирование. Вот правда. Как бы мы там ни пытались что-то говорить, а где вы возьмете труппу, я когда этот вопрос начинала прорабатывать в начале 2016 года, да, я съездила в театральный институт, поговорила с ректором. Там каждый год есть выпускники, учитывая, что очень много наших выпускников уже выпустилось, которые, да, и работают в театрах, и уехали, к сожалению, в славный город, тот же Санкт-Петербург, да. Я думаю, что с этим проблем не будет. Ну, то есть, нам сейчас самое главное построить, чтобы у них был дом, понимаете, в котором они могли бы жить. А постепенно, я думаю, с творческим потенциалом наших режиссеров он наполнится. Театр сейчас, так же, как и музей, да, вот я считаю, они многофункциональные. То есть это не значит, что там будут одни спектакли, да, и все, и как бы там могут быть и творческие встречи, и какие-то, не знаю, и конференции, и встречи с писателями, с актерами, еще там с кем-то. Это может быть обмен опытом нашими режиссерами, театральными коллективами. Это могут быть гастроли, это может быть выступление наших самодеятельных театральных коллективов, но именно на сцене театра, да, то есть не в музыкальной школе в Берегине, которые бедные вообще страдают, у них вот такая сценка метр на метр. Поэтому я считаю, что театру однозначно быть, когда вопрос.